Всем привет! Вы на канале New Eye Games, канал, где мы смотрим на новинки мобильного гейминга. И сегодня у нас новиночка Волкмастер. Взглянем же на нее. Так. Управление у нас тут свайпами, да? Что? Сюда. Сюда. Как ходить? Ясно. Что, пойдем? Ага. Сперва одной ногой, потом другой ногой. В принципе, ничего сложного. Так, дойдем до второй точки. Дошли до второй точки. Так, далее у нас тут есть препятствие небольшое. Ой-ой-ой-ой-ой. Пиранья прокусила нам палку. Получается же... Так. Я думал, это будет гораздо проще. Так, давайте дождемся, пока пиранья будет на дне. Так, все, мы дошли до финиша. Мы большие молодцы. Тропа один. Понеслась. Такой забавный козленок. Оп. Оп. Ой, тут даже физика присутствует. В игре в этой. Офигеть. Так. Я уже понял, что... На пиранье лучше не натыкаться. Ура, финиш. Тропа пройдена. Пойдемте дальше. Так. Опять эти пираньи там. Но она нас особо не трогает, я смотрю. Так, аккуратненько. Аккуратненько. Идем дальше, дальше. Спокойненько. Оп. И оп. Финишная линия. Тропа пройдена. Пойдемте дальше. По третьей тропе. Ой-ой-ой-ой. Что происходит? Так, ладно. Я так понял, нам надо на эту платформу залезть. Что довольно-таки не так-то просто сделать. Пошли. Да куда ты? Я извиняюсь. Но это не так-то просто. Ага. Вот, значит, как. Контрольная точка. Идем дальше. Аккуратно ступаем. И... Бам! Дотянулся прям до финиша. Что ж, погнали дальше по четвертой тропе. Так, тут у нас уже препятствия в виде ос каких-то. Смертоносных. Но мы спокойненько при... А... Нет? Что такое? Как мне вылезти отсюда? Черт. Аккуратно. Оп. Не нарушая равновесие. Так, продолжим. У нас тут пятая тропа. Идем. Блин. Переборщил. Спокойно. Так, ждем эту летающую платформу. Потому что... Ага. Держим баланс. Отлично. Так. Так.
тут можно спокойненько прошагать и дотянуться до финиша. Отлично. Продолжаем идти. Что это у нас? Новое препятствие какое-то в виде лавы. Пол — это лава. Буквально. Я вот иду еще на заднике, отвлекаюсь, потому что я рассчитываю на какие-нибудь пасхалочки в этой игре. Тут же по-любому что-то такое должно быть. Так, а ты что такое? Ты тоже препятствие? Ну, такое препятствие довольно-таки легко обойти. Так, впереди седьмая тропа. И мы идем. Довольно-таки уверенным шагом. Оп. Так, что тут? Ой. Ой, главное не застрять. Не застреваем. Идем. Нет! Прямо в лапы этому монстру. Который из магазинчика ужасов прямиком прилетел завладеть нашей планетой. Ну вот, я споткнулся. Оп. И оп. Что происходит? Я могу как-то... Нет. Походил одной ногой, походи другой ногой, как бы говорится. Финиш. Отлично. Далее. Так, что у нас? Купить случайного. Купить случайного чего? Что произошло? Я не понял. А, мы поменяли героя. Оказывается, можно не только за козла играть. Прикольно. Прикольненько. Ну, это тогда все меняет. Что я могу сказать? Это все меняет. Ой. Как неаккуратны мы были. Да что такое? Стою, балансирую. Оп. Оп, как я выкрутился, а? Казалось бы, из безвыходной ситуации опять я одной ногой в воде. Ладно, давайте маленькими шажочками. Да что такое? Знаете, поначалу вроде просто, а потом самоуверенность карает тебя в данной игре. Так. Так, дотянемся ли мы? Оп. Дотянулись. Фух. Прошли контрольную точку. Так, а здесь у нас что? Здесь вода. Спокойно по воде проходим. Не переживаем ни за что. Так, а вот здесь уже нас ждут пираньи. Так, дотянусь, дотянусь. Дотянулся. Блин, упал. Так, спокойно. Да зачем я тапнул дважды? Ну почему? Ну как так-то? Так. Шагнули. Теперь сюда шагнули. Теперь вот так. Нет, упали. К сожалению, мы упали. Так, давайте размашистым шагом пойдем. Все, вот так. Ничего сложного. О, нас козел встречает на финише. Салютует нам. Здорово.
Так, а мне вот интересно посмотреть, что еще тут за герои интересно есть. Есть сосисончик, уточка. Не знаю, кто это, какие-то бобры, свинка, часы, пугало, жабка. Причем такая мускулистая жабка. Собачка, еще собачка. Какой-то робот. Какая-то рыбка. Муха. Муха, кстати, прикольная. Зомби какой-то. Олень. Девочка с косичками. Инопланетянин. Скрепочка. Прям как помощник Windows. Фламинго. Крыса какая-то. Какой-то унитаз вообще. Так. Награда за испытание. А этих мы получим за награды. Угу. Прикольно. Итого у нас сейчас пока что 15 монеток. А герой этот стоит по 200. Так, и еще какая-то некая модификация есть у нас. Можно шляпки надевать. Шляпки надевать. Очечи надевать можно. О, и ходули можно разные покупать. Здорово. Так, ну давайте еще пару уровней пройдем. И будем закругляться на этом. Оп. Отлично. Прекрасно. Аккуратно. Заходим на эту платформу. Я уже знаю, что она выстрелит. Отлично. Главное хорошенько там встать. Так. Заходим. Отлично. И финиш. Здорово. Фух. Так, давайте вот еще нам какие-то медали. Ага, некие испытания. Боязнь высоты. Боязнь высоты. И... Нет, серьезно? Но это уже для каких-то профи. Такие задания. Фух, однако мы прошли с первого раза. На золотую медальку. Отлично. Остальные задания, наверное, будут открываться с уровнем. Так, что тут такое? Модифицировать. Ага, можем купить кипарик ему. Отлично. Все, проходим последний уровень. И заканчиваем на этом. Оп. Оп. Осторожно, оса! Хватит тебя за волоса. Уйди, уйди от меня. Так. Только не шпагат. Что такое? Оп, аккуратненько. И финиш. Отлично. Это было довольно-таки сложно. Фух. Ну что ж, ребятки, я поставлю, пожалуй, 5 ходулей из 5. Игра очень классная. Графончик очень красочный. Физика в игре потрясающая. Ссылку на игру ты найдешь в описании. Ставь лайк. Оставляй комментарий и подписывайся на канал, чтобы узнавать о новинках мобильного гейминга самым первым. Пока!